Профессионально плаванием Артем Мартынов занимается 3 года. За это время его имя не раз попадало в списки призеров и победителей городских соревнований. На состязаниях, посвященных Дню защитника Отечества, спортсмен решил подтвердить статус чемпиона. Я тренировался много, чтобы были какие-то результаты. Нужно просто стараться, прикладывать к этому усилию. Соревнования, посвященные 23 февраля, в бассейне «Дельфин» проходят традиционно. В этом году их регламент изменился. И теперь за победу в состязаниях могут бороться только мальчики и юноши. По мнению организаторов, это позволило ребятам еще больше почувствовать вкус соперничества. Это популяризация плавания в городе и необходимость выполнения и подтверждения разрядов норм, требований, нормативов. Эти соревнования нам позволяют подтвердить нормативы, присвоить их. На старт соревнований вышли и самые юные пловцы. Начинающие спортсмены были очень собраны и внимательно слушали наставления тренеров. Им, как и взрослым пловцам, предстояло преодолеть несколько дистанций кролем, брасом, баттерфляем и комплексным стилем. Самое сложное – это будет брас и комплекс, но я с этим справился. По итогам состязаний победителям вручили дипломы и памятные подарки. В начале весны в бассейне «Дельфин» пройдут соревнования, посвященные 8 марта. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24.